В спорткомплексе «Авангарда» же летом кипит жизнь, ведь любовь к активностям, состязаниям, его посетителей в крови. И вот на свежем воздухе и на современном стадионе состоялись соревнования по легкой атлетике спортобщества «Динамо». В этот теплый летний день сотрудники правоохранительных органов, как мужчины, так и женщины, приняли участие в большом легкоатлетическом турнире. Для меня это легкоатлетика как мой профессиональный вид. Раньше я занималась профессионально, выступала на международных всероссийских соревнованиях. Сейчас я представляю «Динамо» и конкретно МВД. Региональное отделение общества «Динамо» насчитывает 17 коллективов физической культуры. Интересно, что здесь очень много мастеров спорта именно по легкой атлетике будут участвовать. Поэтому забеги будут выше уровня чемпионата области, само собой. Впервые соревнования проводятся в таком формате, со спринтерскими дистанциями. Обычно это был легкоатлетический кросс на длинные и средние дистанции. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 200 метров и 1 километр, а мужчинам 400 метров и 3 километра. А еще две эстафеты – шведскую и комбинированную.